Господин министр, приятно вас видеть в Минске. Я наблюдал вас по телевизору, будучи в командировке, и у меня сложилось такое мнение, что у вас добрые отношения к Беларуси. И это правильно, мы соседи. Думаю, что в ближайшее время увижу современную Ригу. Что касается наших отношений, 600 миллионов товарооборот – это ничто, можно сказать, имея в виду наши возможности. И возможности в перспективе. Я уже открыто говорил, что я не хотел бы, чтобы политика давлела над экономикой, но если какие-то страны нас не понимают и не воспринимают в этом плане, и это влияет на экономику Беларуси, конечно, мы будем искать лучшие варианты. И я очень рад, что у нас с вами, с вашей страной, с руководством и народом этой балтийской страны, очень такой доброй страны, уютной, нет проблем. Особых проблем нет. Да, над вами давлеет Европейский Союз, естественно, вы члены Европейского Союза. Я понимаю, что там за ситуация, 28 стран, да и многие не в восторге от тех процедур, которые сегодня прописаны в ваших отношениях там. Но, тем не менее, вы находите возможность выстраивать ровные и порядочные отношения со своим соседом, Беларусью. Я это понимаю, воспринимаю, я это очень ценю. И хочу вас заверить, что мы всячески будем стараться развивать с вами отношения, прежде всего, торгово-экономические, это база, на которой строится дом и политических, и дипломатических отношений. Мы будем развивать эти торгово-экономические отношения, если вы к этому готовы, и даже более серьезно их развивать, об этом мы еще поговорим с вами, на пользу наших государств.